Активисты Одинцовского отделения «Единой России» посетили военно-патриотический открытый урок «Юнармеец». Он прошел в Кубинском КДЦ «Истина». Ученикам 5-6 классов Акуловской школы показали интерактивную выставку «Вооружение периода Великой Отечественной войны». Как рассказал депутат Окружного совета депутатов Александр Гусев, дополнительная общеобразовательная программа кружка «Юнармеец» разработана на основе главных положений и разделов государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В ее рамках школьники тренируются, ходят в походы, ездят на экскурсии, участвуют в различных соревнованиях.